Далее смотрите патрульную службу с Ириной Чекуновой. 13 июля Тверской областной суд. Здесь под председательством федерального судьи Михаила Боброва начался процесс над жителем поселка Оленина Александром Чижовым. Почти год назад, 12 июля 2020-го, Чижов зверски убил 24-летнюю тверетянку Анастасию Семенову. Сначала Чижов жестоко избил девушку, сломал ей ногами ребра, затем 46 раз ударил отверткой, а после задушил брюками. Кроме того, по мнению следствия, Чижов признался, что изнасиловал Анастасию. Начало процесса ждут близкие зверски убитой Насти, ее мать Лариса и родственники из Оленина Александра и Николай. Я бы хотел, чтобы он всю жизнь вспоминал вот эти вот последние минуты. Он видел последние минуты моей внучки, да? И пусть он вспоминает об этом. Пусть, если ему это было приятно, пусть он радуется вот этими моментами последними, пусть он знает, что он уже больше воли не увидит и никому больно не сделает. Тем летом Настя с мамой приехали в Оленино. Там могила Настиной бабушки. Она умерла незадолго до гибели внучки. В этот же день Настя с родственниками пошла в местное кафе. Там встретили Чижова. Он отвез Настю домой, потом она вернулась к машине и все, пропала. Мы решили пойти погулять. Мы пошли в кафе «Авет». Далее там встретили этого Чижова. Общались, ничего подобного не замечали за ним. Ха-ха-хи-хи. Далее дискотека закончилась в кафе «Авет». Мы пошли на рынок в поселке у нас. Стояли на рынке, собрались домой. Я Чижова попросила отвезти домой нас. Сначала он повез Александра Максудова в Воронино вместе с нами. По дороге в Воронине как раз позвонила нам Лариса и сказала, то, чтобы мы ехали домой, то, что проснулся ребенок. И мы сразу же приехали домой. Мы с Настей вместе зашли домой. Настя мне говорит о том, то, что пойдет, скажет, что мы больше никуда не пойдем. Потому что Настя мне спросила, что давай еще постоим. Я сказала, нет, мы никуда не пойдем, потому что у меня проснулся ребенок. И Настя пошла ему сказать о том, что мы никуда не пойдем, и все, и с этого момента никто ее не видел. Мы звонили, мама звонила несколько раз, звонила я с маминого телефона. Раз, наверное, три. Из этих один раз я слышала, Чижов сказал, выкрикивал, что эта девочка сегодня моя, привезу ее завтра. Но ни завтра, ни потом Настю никто не увидит живой. И то, что подозрение падет на Чижова, с кем жили по соседству, для многих стало шоком. Вы могли подумать, что он на такой способен? Нет, конечно, он работал в отделе в полиции в Оленинской. Ну, и работал, проходил практику. Я никогда не могла подумать, что человек такое может сделать. Весь этот год с момента задержания мать Насти Лариса так и не услышала от Чижова слова покаяния. В суд она пришла как на казнь. Вновь увидеть того, кто отобрал у нее дочь. Отобрал зверски. Это очень страшно. Я не хочу ни видеть, ни слышать этого человека. Мне очень страшно, нервно. И я не знаю, как пройдет сегодняшний день этот. Очень тяжело. Я учился в Москве на милиционера. Я вот представляю, что бы было, если бы он выучился на милиционера. Он бы ходил, бы убивал, сам бы расследовал. Вот это было бы очень жутко. Сегодня в суде Чижов неожиданно заговорил. Что чувствуете после этого? Вы спокойны? Нет. Вы переживаете, вы раскаиваетесь? Конечно. Ничего такого. Почему я говорю, конечно? Конечно. А за что вообще? За что? Могу сказать только, что так получилось. И вину свою признаю, приношу извинения, соболезнования. Нет, я не буду принимать никакие извинения. Я только увидела, мне плохо уже стало. Нет. Он отобрал у меня все, что у меня было. Теперь у меня ничего нет.
Отправиться от гибели единственной любимой дочери Лариса так и не смогла. Живет воспоминаниями и надеждой. Надеждой, что Чижов пожизненно лишится свободы. 12 июля Лариса вновь приезжала на родину Валенина. Первая годовщина гибели Насти. Теперь ее могилу украшает величественный памятник. С фотографии на нас смотрит красивая, полная жизни молодая женщина. Казалось, впереди у нее счастливая, наполненная жизнь. Но на этом жизненном пути появился убийца. Мы следим за ходом событий. Компания «Альтаир» профессионально установит системы пожаротушения и контроля доступа, окажет качественные услуги по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Наш телефон 300 020. Позаботьтесь о своей безопасности заранее.